Итак, 189 километров, 189 километров, 7 часов и 5 минут в седле. Да. До плана минимума осталось совсем немножко. Тут захотелось подышать воздухом свежим и понаблюдать небо, потому что на небе облака просто чудесные. На небе облака замечательные, очень интересные фигуры, и из города их не видно. Да, так вот, касательно дороги, в Черкасской области дороги местами хорошие. Местами, вот как сейчас, просто бесподобные. И что интересно, до Умани, скажем так, до Умани, там была тоже такая дорога, как здесь, хорошая. Вот. Правда, мало. В Виннице нету таких мега-развязок, в Винницкой области таких супер-пупер развязок. Хотя тоже проходит вот эта Е50 магистраль. Вот, развязок таких нету. Но, тем не менее, в общем, дороги немножко лучше. Да, значит, здесь я удивлен. Можно ехать спокойно, можно ехать быстро, хорошо. Иметь среднюю 26,7. Ну, скажем так, ну, не фонтан. Ну, тоже так ничего. Да. Вот видно, многополосная дорога. Так вот, что интересно. Здесь вот грузовиков меньше трафика, меньше автомобилей, вообще меньше. Ну, и велосипедистов вообще нету. Да. А могло бы быть наоборот. Где дорога получше, могли бы сделать, ну, качественнее асфальт, что ли. Ну, вот как-то так. То есть настроение прекрасное. Сейчас буду перечислять болячки. Только скажу. Назвали меня мальчиком 2 раза. Этот мальчик у меня купил 2 отбивных и съел. А потом, ну, уже попрощались. Все там, счастливой дороги туда-сюда. Все такое там. Наилучшие пожелания. Best records там. Досо и Рося и Масита. И прочее, прочее, прочее. Значит, я ухожу, и мне уже в спину эта женщина говорит: мальчика, да, ноги накачаны. Мальчика, да, ножки накачаны. Так было приятно. Вот мальчик. Хорошо. Да. То есть мальчик. А, что плохо? Ух. Ноги. Немножко чувствуется. К счастью, мениск очень редко там выскакивает, заскакивает. Ну так, он жил своей жизнью. Седло. Седло чувствуется хорошо. Что с ним будет завтра, не знаю. Дальше. Ну, руки, кисти. И я понимаю, почему у меня такой хват. Опять же, выбитые руки были. Особенно левая. Руки, кисти чувствуются. И еще чувствуется шея. Там вот это вот часть. Шея, мы ее назовем шеей. Ну и в целом, я думаю, что одна такая поездка вот на 1000 километров, это, ну, равно там десяткам маленьких, сотням маленьких выездов там возле города, там на природу с удочкой 5 км, 10-20, да даже 50 туда-назад там вот. Это более интересно. Это более познавательно, и более ты узнаешь и себя, и девочку-стрелу. Ой-ой-ой-ой. Ну и асфальт, и водители. И что интересно, не первый раз мне уже так уступали дорогу. Вот типа, мы подождем, ты проедешь, встречные закончатся, мы поедем дальше. Вот, не первый раз. Но и не первый раз мне уже сигналили сзади уступить дорогу. И тупо спешили товарищи по встречной, там выдавливая меня на обочину.
тоже такое было. Вот, ну, собственно, на этом все. На этом у нас все. 7.05 видно в седле. Дистанция 180-98. Ну, так, заукругляем 190. Average это средняя. 26.7. О, максималка. Я тут немножко проехал максималку. Я хочу сказать про максималку. Все вот хвастаются. Да, там я съехал с горы, я там 72, а я 73, а я 73,5. Блин, я не знаю, но у меня вот велосипед шоссейный, да, спортивный велосипед. Вот. Немножко багажа, немножко туда-сюда, немножко я там кручу педали, вот. Мальчика, который накачанный. Блин, ну у меня не развиваются такие скоростя. 72, 75 там, ну ёлы-палы, я вон эту еле дал. Кто-то, наверное, из нас врет. Хорошо. Или может спидометр мой врет. Так, не будем наговаривать на почтенных товарищей. Так, баба, это у нас бабанка. На этом все.